Я родился и вырос на Камчатке, я видел ее разные и в 80-е годы, и в 90-е, и в 2000-е. И то, что происходит сейчас в городе, оно, правда, вдохновляет и радует. Мне нравится, какой парк появился на Индустриальной. Мне нравится проезжать мимо памятника пограничникам, который стал таким ярким по сравнению с тем, каким он был, ну, практически десятки лет. Мы можем наш город сделать красивым. И тот проект, который на Камчатке уже существует с 2017 года, проект «Комфортная городская среда», это то, благодаря чему мы можем наш город украшать. Каждый житель нашего края, нашего города может с 26 апреля по 30 мая отдать свой голос на онлайн-платформе и выбрать, какой участок или какой объект нашего города сделать красивее, удобнее и лучше для нашей с вами жизни.